лайков и все начнется. Привет, маленькие и не маленькие танкисты. Скоро начнется ивент, и нужно подобрать танки. Для получения медали «Братья по оружию». За игру во взводе. Пока есть время, я буду снимать видео про такие танки. Приятного просмотра! Е-25 необычная ПТ-САУ, и она разительно отличается от всех одноклассников. Немецкая блоха, как ее прозвали игроки, выделяется своими габаритами и подвижностью. Миниатюрные размеры делают Е-25 очень трудной мишенью, одновременно добавляя незаметности. Эта особенность придется как нельзя кстати в начале боя, когда стоит вести огонь по противникам, при этом оставаясь незамеченным. Особенно важно использовать маскировку еще и потому, что у Е-25 очень тонкая броня. Один неаккуратный засвет, и можно попрощаться со всеми очками прочности. Главное, при занятии позицию кустов помнить, что стоять нужно в 15 метрах от них. Сигналом правильного позиционирования может служить прозрачность растений. Как только кусты перестали просвечиваться, вы на позиции. Тогда даже при стрельбе обнаружить вас будет сложно. Мобильность тоже сыграет на руку в ситуациях, когда необходимо быстро занять выгодную позицию в кустах или же отступить. Реализовывать в бою Е-25 удобнее на средней или дальней дистанции, а постоянная смена позиций будет не только доставлять массу неудобств противникам, но и позволит эффективнее вести огонь по уязвимым точкам танков противника. Самое время поговорить об орудии Е-25. Разовый урон у него самый низкий среди всех ПТ на уровне – 160. Однако это компенсируется не только хорошим бронепробитием в 194 мм, но и колоссальной скорострельностью. Установив снаряжение и амуницию, можно добиться перезарядки в 3,2 секунды. Такие характеристики с показателем в 3000 единиц урона в минуту выводят Е-25 на лидирующее место по ДПМу среди всех ПТ-САУ 7 уровня. И это мы еще о точности не говорили, которая у немецкой ПТ вообще лучшая на уровне. В итоге маскировка отменная, подвижность высокая и орудие приятное. Но должны же быть недостатки. Они есть. В первую очередь, это отсутствие брони. Е-25 сложная мишень, но если вас зацепит какой-нибудь шальной фугас, то остатков прочности едва ли хватит, чтобы протянуть до конца боя. Чтобы избежать этого, старайтесь держаться вне засвета противника и регулярно меняйте позиции. У некоторых игроков могут возникнуть сложности с реализацией потенциала Е-25. Высокая скорость пешки будет соблазнять вас на раш по центру и сражение в первых рядах. Не поддавайтесь! Это ловушка! Вам нужно жить как можно дольше, чтобы реализовать потенциал и заработать много кредитов. Однако, играя во взводе, действовать в бою на блохе можно и агрессивно. Где еще вы видели ПТ, которая закручивает тяжи? А вот 25-ка это может. Но все же увлекаться подобным стилем игры не стоит. Внимательно следите за мини-картой и при первом же признаке опасности сразу отступайте. Меняйте фланг, ждите удобного момента и снова в бой. Кажется, мы забыли про еще одно важное достоинство Е-25. Это премиумная ПТ, которая еще и неплохо фармит. Чем больше урона вы нанесли, тем больше кредитов получите. Е-25 – одна из самых необычных ПТ во всей игре, которая может не только приносить серебро, но и доставлять массу удовольствия в бою. Вы посмотрели обзор на танк. Он подходит для игры во взводе. Для получения медали «Братья по оружию».
Танк вам понравился? И если он у вас есть, то вы сможете получить медаль «Братья по оружию» за игру во взводе. Удачи в боях! Для получения коллекционного танка 9 уровня 50 ТП прототип. Она вам понадобится? Надеюсь, видео было вам полезным. Пока. Маленькие и немаленькие танкисты.